Ребята, бенгальский тигр. Подойду поближе сейчас. Гляньте, как он ходит, мечется, мечется. Ему места, наверное, уже мало. Какой он огромный. О, да, кошка серьезная. Кому? Обезьянкам. К обезьянкам. Ты не кошечка. Красивый. Боже, какой он красивый, ребята, белый тигр. Так, ребята, заходим в помещение. Посмотрим, что здесь еще тут нас ждет. Ой, тут слышно. Ух ты, леопард. Вот этот зоопарк мне нравится. Тут за стеклом вообще шикарно. Конечно, не видно его, он спрятался. Сейчас подойду с этой стороны. Ой, пардон, это гепард. Как раз трапезничает. Так, уже встал, гляньте. Короче, я эти перепила, наверное. Доел, остались косточки. Ребята, сейчас вы увидите черного ягуара. Его зовут Бегемот. Приготовьтесь. Ты-дым, ты-дыш. Боже, какая красивая кошка. Какая гладкая шерсть. Прям переливается, камера так не передает. Так, ребята, еще один черный ягуар. Это девочка, ее зовут Багира. Боже, красавица ж ты моя. Красивая кошка. Девочка. Все, пошла спать. Так, а это, я так понимаю, гиены. Гиеновые собаки. Гиеновые собаки. Эдвард, Джаспер, Белла, Джейкоб, Эсми. Гляньте, гляньте, что вытворяет. Вот так, вот так, вот так вам. Посмотрите на меня, какая красивая. Прикольные такие. Так, а это смугастая, полосатая гиена. Отдельно, видите? Прикольно. Ребята, вашему вниманию. Царь зверей. Белый лев. Они уже поели и отдыхают. Привет, киса большая. Гляньте, гляньте, что вытворяет. Боже, что он вытворяет. Проснулись, разбудили.
еще сидит. Еще третий. Ой, где это палец мой? Все, поспал, тоже пошел туда. Вообще так интересно наблюдать за ними. Ребят, я вообще молчу, ничего не комментирую, потому что наблюдать за животными — это вообще, это что-то. Я думаю, у меня еще зарядки хватит поснимать, потому что зоопарк очень-очень огромный. Игуана зеленая спряталась. Девочка, это девочка Рада. Вон она. Маленький. Это дымчатый леопард. А, все, убежал. Так, вот он, наш красавец. Гулял на улице, зашел. Дают ему мясо. Что он не голодный? Не голодный мальчик. Ребята, Людвиг стал водичку попить. Ну, красавец. Хочу твою гривку посмотреть. Покажи нам свою гриву. Так, напылся, напился. Царь зверей. Боже, какой он красивый. Какой он красивый. Людвиг. Людвиг. Все. Красавец. Огромный такой. Не хочет выходить на улицу, потому что там очень жарко. Спасибо, что посмотрели хоть раз, соизволили. Так, ребята, поднимаемся. Не знаю куда, такую пащу льва. Поднимаемся. И сейчас куда мы с вами попадем, я не знаю. Так, одеваю очки. Ой. Ух ты. Понятно. Гляньте, их можно так еще снимать. Класс. Вот это я понимаю зоопарк. Красота. Вышли. Ну, солнце и жара немножко упала, поэтому повыходили. Это две самки и самец. Что он лыбу давит. Так, пойдем дальше. Территория большая для них. Рычит, рычит, кого-то зовет. Гляньте, он начал рычать, и она пошла. Она пошла к нему. Ой, вторая. Гляньте, гляньте, все. Он их позвал, он начал рычать, и они пошли, представляете? Ну вот он, ребята, сидит. Одна пришла, а вторая
думает, заходить или не заходить. Рычал, рычал, ждал, ждал. Гляньте, как наблюдает. Ну, рык стоял на пол зоопарка. Ждет. Нема. Людвиг. Пришла, пришла, пришла. Позвал, все ж таки пришли. Пришли двое. Две девочки пришли. Наблюдает, сидит. Рычит. Гляньте, как рычит. Так, сейчас кормить, наверное, будут. Кормежка. Кинули шматочек мяска и все. Так, это у нас пума, девочка Ева. Там мы ее не видели, а здесь она так сидит грациозно. Очень молоденькая. Сейчас я посмотрю, сколько ей лет. Так что про девочку не написали, сколько ей лет. Ребята, вот такой вольер для бурых медвежат. Тоби и Куба. Принимают водные процедуры после 12:00, но уже поздно. Гляньте, какой бассейн красивый, большой. Вот заснять бы это зрелище. Идемте хоть на них так посмотрим. Красавцы какие. Жарко ему. Жарко вам, да, ребята? Жарко. Такой вольер огромный, большой. Вот в следующий раз можно уже ехать, знаешь, что когда будет, когда кормежка, когда купаются. Жарко вам. Скажи, мне бы еще туда покупаться, да? Ну что, ребята, если нам повезет, он сейчас прыгнет в этот, в бассейн, в этот свой. Давай. Намочи свою попу. Ну. Давай, прыгай. Я бы прыгнул. Так, сейчас полезет. Давай, давай, давай. Не, он пьет воду. Слышите, ребята, как он это хлёпчет? О, пошел, пошел в воду. Пошел в воду. Сейчас будет хляпаться. Все. Улегся, полежит немножко. Молодец. Все, ребята, пойдемте дальше. Ребята, кто любит заниматься альпинизмом, такая стена. Так, это наши мишки здесь плавают. Вольер для купания. А мы с вами, знаете, куда идем? Сейчас посмотрим обезьянок.